Парни, всем привет! Сегодня поработаю со своим крафтером. Крафтер у меня 35, длинная база, Макси. И хочу ему сегодня сделать маленькие зеркала, повторители, в больших лопухах. Как вы знаете, есть большое зеркало и есть еще маленькое дополнительное зеркало. Так вот, здесь у меня с двух сторон эти маленькие зеркала отломанные, отлетели нафиг. Зеркального элемента вообще нету, не присутствует. Так вот, я купил на Алиэкспрессе такие вот зеркала. Я уже не помню, сколько у них стоимость. Довольно-таки уже давно я их купил. И вот сейчас хочу ими заняться, этими зеркалами маленькими, которые стоят в больших лопухах. Смотрите, пацаны, вот большое зеркало, а вот тут вот должен стоять маленький повторитель, маленькое зеркало. У меня здесь нету, с водительской стороны, с левой стороны, так и нету с правой стороны, с пассажирской стороны. Нету вообще, короче, они отваленные, отвалились когда-то, умерли в прошлой жизни. Сейчас, короче, хочу заняться этим зеркалами. Вот то, что осталось. Ну, видать, уже зеркальный элемент приклеивали вот на клей. Это клей какой-то, эпоксидная смола, скорее всего. Здесь тоже уши были приклеены. И, в общем-то, это ничего не спасло. Зеркальный элемент отсутствует. Отвалился куда-то, испарился. Для этого нужно будет мне вот такой вот инструмент, шестигранник. В частности, вот этот вот ключик. Вот. Понадобится, чтобы снять вот эту вот зеркальную планочку. Вот такая вот упаковка, коробка. Здесь написано Frey. Китайская фирмочка такая делает эти зеркала. И вот здесь вот, что там, QR-код и наименование. Спринтер 906. Вот. Вот такие вот зеркальные элементы. Вот так выглядит. Здесь вот так. Зеркало здесь тоже крепится на вот таком вот двухстороннем скотче. Двухсторонний скотч. Приклеенное. Вот такие уши здесь. Не знаю, насколько это схоже с оригиналом настоящим, мерседесовским. Но оно такое. И сказать, что не легкое, и не сказать, что тяжеленькое. Только такое какое-то среднее по весу. Хотя вот это вот, ну не знаю, это без зеркала. Ну такая тоже. Не скажу, что очень такая твердая, такая тяжелая пластмасса, толстая. ABS пластик. Вот это вот, похоже, фирменная, настоящая, заводская. Вот такая, довольно такая, ну, средняя по весу. Так, ну что, сейчас нужно будет снять вот эту вот штуковину и установить новое зеркало. Так, как оно снимается? Снимается вот так. Вот здесь вот под зеркальным элементом вот такая вот штука есть, фиговина. Вот этим ключом. Так, раз. И вот так нужно провернуть в какую-то сторону. Ага, фиг там проворачивается. Так, надо придавить и провернуть. Так, что-то ключик здесь не проворачивается. Так, так, так. Короче, здесь этот ключик в пластмассе, в этой, проворачивается. Ну, да, либо больше ключик, что такого нет, он сюда не залезет. Сильно жестко там кольцо сидит. Надо что-то другое придумать. Так, а придумал я вот такой инструмент. Вот сюда и сюда. Вот так сейчас сделаем. Если, как говорится, гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Вот так раз провернули и все, вот сняли.
Здесь вот такая вот тема, кольцо. Стопорное кольцо, шайба с такой планочкой. Вот так оно крепится. Здесь вот такой вот шар. Грязи много. Поэтому он и не проворачивался ключом, шестигранником. Так, давайте покажу конструкцию. Короче, вот такая вот здесь идет тема. Полусфера. Вот такая вот плашечка идет с таким вот кольцом. Вот такая штука. И вот такая вот шайба. Упорная шайба. В общем, такая конструкция. Так, так. Вот так. И вот так. Так, сейчас вот эту вот фиговинку снимаем. Вот она тут на салазках, на таких, сидит. Вот эта штука. Ее вытаскиваем и ставим новый элемент. Так, одной рукой я не сниму, сейчас двумя руками. Так, вот здесь вот на этой плашке есть усики. На вот этой плашке. Вот они. Усики. Раз, два, три. Сейчас их нужно аккуратно, нежно отжать. Вот так надавить. Чтобы она вышла вот из этих уш. Вот отсюда аккуратно, нежно-нежно. Нужно чуть-чуть вот так придавить их. Давить не надо, прям вот так вот тупо, короче. А просто немножечко так раз, чтобы пластик чуть-чуть просел. Вот так. Ну, можно сразу вот так пальцами сдвинуть. Но старая пластмасса, поэтому она будет тут жестко синеть. Вот. Вот такие уши. Вот эти ушки нужно не сломать. Грязные, короче говоря. Это тоже... Вот, вроде оригинальная. Наверное, когда-то была. Не знаю, в общем. Ну, такая тема. Так, протереть ее. Ой. Чтобы пыли не было, грязи. Примерно прикинем, как она здесь садится. Вот они уши. Вот она плашечка эта. Направляем. Вот так раз. Сейчас защелкивать не буду, просто примерю, как она садится, потому что это все-таки это китайская. Может что-то где-то криво в кость быть. Ну, в общем-то, в принципе, как бы сядет, защелкнется. Сейчас защелкивать ее не нужно, потому что надо сначала вот эту планку установить, вот со всеми этими шарами, а потом уже это стеклышко отдельно защелкнуть. Такая тема. Так, парни, сейчас соберем. Смотрите, вот здесь вот есть такая вот ребристая штуковина. Она для того, чтобы вот это вот тоже ребристая вставала вот сюда вот ребушками. Видите? Вот так она ходит. Вот сюда уже не ходит она в эту сторону. Только вверх не сходит. Вот так. По вертикали. А вот, соответственно, обратная сторона имеет горизонтальную вот выборку, ребристость. Вот эту штуку вот так вкладываем, чтобы она здесь была вот так. А на вот этой плашке, вот горизонтальной ребрышки, она ложится вот так. Вложили эти ребра сюда, эти ребра сюда. Все, плашечка острым уголком вовнутрь зеркала. Вот так. И прорезь. Вот так сейчас втыкаем. Так, ну и здесь ключом вот так раз. И закрыли. Все, плашка сидит на своем месте и вот так работает. Вот так тема это работает. Все, здесь закрепили. Теперь вот этот угол туда заводим до конца, до упора. Вот так раз. Этот угол сюда. И можно теперь зеркало вот так раз-раз-раз вставили в салазочки и защелкнем туда.
раз задвинули до щелчка. Вот и все. О, красота. Красота. Ой, великолепно. Все, короче говоря. Отлично работает. Великолепно. Сюда регулировка, сюда регулировка. Сюда, сюда. Все, ништяк. Ну вот и все. И отсюда вот отрегулируйте, как вам нужно, где вы будете видеть обзор. Вот. В этот уголок, в этот уголок. Все, да, короче, чтобы бордюр, камень было видно, что там под колесом, мячик, ребенок. Все, вот так, короче говоря. Раз, отрегулировали. И будет счастье. И вот сейчас ту сторону точно так же соберу. Будет великолепный обзор. Ну вот так вот, ребята, если у вас отпали дополнительные зеркальца для обзора, то вы можете купить либо в магазинах, либо на разборках, либо на сайтах, либо на Алиэкспрессе на китайском. Недорого стоит и, в принципе, довольно такие неплохо они сели. То есть можно с Алика покупать и пользоваться во благо безопасности дорожного движения. Вот такой ролик, пацаны. Кому видос понравился, ставьте свои лайки, подписку на канал. Также проходите там в мои плейлисты. Там много всяких ремонтов на различные автомобили. И много таких мельчайших подробностей, которые вам не расскажут на других каналах. А на этом все, ребята. Не ломайтесь. А если сломаетесь, то чинитесь грамотно. Всем удачи, пока.